экстрим очень тесно связан с математикой. Мы всегда смотрим на высоту волны, считаем соотношение веса райдера и размера доски, силы ветра и площади кайта. Но главной формулой, из-за которой летают кайты, а также парапланы, самолеты и ракеты, это есть формула подъемной силы крыла. Это и есть основа всех полетов. И такие вот инновационные тренды, как гидрофойлинг, это и есть те же самые самолеты, только перевернутые и которые летают под водой. Они в зависимости от применения вейв-райдинг или рейсинг, или просто катание за кайтом, имеют разные конфигурации и разные площади. Это мы сегодня и попробуем рассмотреть, опробовать и оценить те возможности, которые дают нам гидрофойлы. Ситуация следующая. Бывают вот такие маленькие, а бывают чуть-чуть побольше. Вот именно вот сюда мы и смотрим. А бывают вот такого размера. Так вот, посмотри, какое крыло. Вот это крыло, на котором я катался, вот рука для сравнения. А вот крыло, которое привез Мишаня. Это просто крыло больше, чем сама доска, если посмотреть. Мишаня, что это такие? Это специально для Юры. И сегодня мы будем на нем его тестировать. Фойл – сложно координируемый снаряд и требует специальных навыков катания, лучше на вексерфах или на векскейте. По нашему опыту, не стоит начинать осваивать фойл на океанской волне. По крайней мере, это опасно. И даже за катером процесс не быстрый и дорогой. Лучший способ быстро освоить фойл-серфинг – это начать на линейной канатной дороге, потом пересесть на кольцевую, ну и закончить обучение пампом и разными трюками. Вот два аппарата сегодня будем тестировать. Смотри, какая красотулька. Нас часто спрашивают, чем же отличается гидрофойл от серфинга. Как всегда, мы ищем свободу. Серфинг дает нереальную свободу, когда ты управляешь в двух плоскостях на склоне волны. То в гидрофойлинге мы начинаем чувствовать еще третью плоскость, третье измерение, глубину. И кроме того, чтобы поймать склон волны, мы еще ловим вот эту тягучую силу, которая находится под водой. И поймав ее, ты воспринимаешь себя как пилот какого-то самолета. При этом у тебя маневры получаются в 3D. То есть это, если сравнивать со сноубордом, это как кататься на подготовленной трассе или на пухляке. Так вот, вот это как раз тот фрирайд, который настоящий, можно делать на воде. Ощущать воду не только в виде склона волны, но еще и глубинные все эти факторы. Потому что это все и есть маленькие самолетики, которые летают под водой. Фойл-серфинг – новый инновационный вид спорта, поэтому формы крыльев еще разрабатываются разными производителями. Уже понятно, что для разных волн и веса райдеров нужны разные крылья. Например, для катания на первой волне за катером достаточно площади 1200, для второй волны – 1500, на третью волну уже нужно будет 2200. С увеличением размера крыла увеличивается тяга и легче делать памп, но падает скорость и маневренность. Одновременно комфортно кататься за одним катером может до 6 человек, используя все три волны. И хотя ширина волны хвоста может поместить и толкать и 10 райдеров, но это скорее всего фан или для рекорда. Классные кайфушечки получаешь от скольжения с одного края волны до другого 20-30 метров в одну сторону, в зависимости от размера раскрыва хвоста катера. И самое главное, нет погони за высотой волны. 30-40 сантиметров достаточно для комфортного катания. В Киевской акватории рассекает уже больше 10 серфовых катеров,
и фрирайд с пересадкой между волнами катеров становится реальностью. Убежден, что в ближайшем будущем с увеличением числа райдеров появятся соревнования по фойл-серфингу, а в катерах появится режим волн для гидрофойла. Так что ловим новые ощущения в новом измерении водного экстрима. Можно поймать такого водяного, бля! Я думаю, Кличко тебе забыл дополнительный бонус за чистку водоема.